Добрый вечер. Вот решил заглянуть, посмотреть, как тебя тут мой брат поселил. Нравится ли все? Комфортно ли? Скажи мне, а комары тебя не кусают? Сандро, какие осенью комары? Все хорошо. Спасибо, что приютил. Ну а как же? Зачем тогда, друзья, скажи мне? Я понимаю, каждому из нас нужна берлога. Убежище, чтобы посидеть, подумать, принять сложные решения после непростых дней. Я тебя очень хорошо понимаю. Спасибо. Я сегодня здесь, в клубе, заночую. Так что, если тебе надо будет поговорить, брат. Скажи, а рыба в пруду есть? Да, завались. Завтра проверим. А на то мы договорились. Хорошего вечера. Отдыхай. Спасибо. Счастливо. До завтра. Привет. Я сейчас за городом живу. Там у знакомого рыболовная база. Могу пацанов взять на выходные. А меня, значит, видеть не хочешь? Ну, я думал, ты отдохнешь. Я не устала от родных. Хорошо. Поехали вместе. Мы договорились, что ты возьмешь паузу, пока не примешь решение. Ты принял? Тогда мальчики обойдутся без рыбалки. Девочки, спускаемся в воду, начинаем разминку. Проходим, проходим. Аккуратненько. Не могу. Внизу очень давит. Ой! Опять? С ночи еще. Думала, в воде получше будет. У вас ночь болит? Как сильно? Да, нормально. То успокаивается, то... Какой срок? Срок, 36-я неделя началась. Так, похоже, у нас схватки. Девчонки, бегите к врачу. В конце коридора. Девчонки, быстро! Просите там полотенце и аптечку. Сиди спокойно, я руки помою. Так, стерите полотенце на пол. В три слоя. Я надеюсь, скоро успею приехать, а то я роды только на четвертом курсе видел. Ну, это только схватки. Будем рожать в больнице. Хотя всякое может быть. Перекладываемся. У меня тазовое предлежание плода. Рекомендовано кесарю. Положу, сейчас посмотрим. Ты, главное, расслабься и дыши. Сейчас посмотрим. Плод перевернут. Что делать? Мне говорили, нельзя так рожать! Можно, конечно, можно. Смотри, там есть в аптечке гель медицинский? Нету. Нет. А крем какой-нибудь? Самый жирный? У меня есть. Мне говорили, нельзя так рожать. Это не опасно для ребенка. Нет, какой опасно. Наоборот, мы только поможем ребенку. Только ему поможем. Сейчас перевернем его. Правильное положение. Это же так и называется. Наружный поворот на головку. Лежи спокойно, дыши. Спокойно. Спокойно. А вот теперь все правильно. Все.
Сейчас дадимся скорую и поедем рожать. Подними. А почему так мокро? Годы отошли. Ничего. Будем рожать здесь. Что с причиной возгорания? Пока ничего нового. Работаем. А это что так всплывилось? Пластиковые контейнеры для дезинфекции. Судя по описи, 700 штук. И надо разделить это безобразие. Может, что-то найдем, может, даже что-то дорогое. Но перед тобой был представитель страховой. Описывал поврежденное оборудование и не досчитался одного аппарата. Сильно дорогого, насколько я понял. Слушай, давай последний. Так, тихо. А все. Что кричать-то? Все, видишь, голосистый какой. Молодец. Вот, все, молодец. Вот он наш малыш. Вот он наш малыш. Какой хороший. Все. Что главное сейчас вовремя согреть и доставить в стационар, и все. Да. И к мамке. К мамке пойдем. К мамке пойдем. Кто рожал? Дородили уже. Где вас носит-то? А мы уже здесь. Проходите, Сергей Александрович. Прошу. Здравствуйте. Ирина, я продюсер программы. Очень приятно. Зуев Сергей Александрович. Давайте просто Сергей. На телевидении мы обращаемся друг к другу на «ты» по имени. Но вы не волнуйтесь, в эфире мы вас представим как положено. Хорошо. В общем, ситуация простая. Программа называется «9 месяцев. Акушерство, гинекология, чудо-рождение, просвещение и прочее». Ну, кажется, что-то подобное я уже видел. Давайте попробуем. Отлично. Будем делать из вас звезду. Давайте я покажу вам нашу телестудию. Пройдемте. Да не волнуйтесь вы. Сейчас я вас осмотрю, потом в палату отдыхать, набираться сил. Хорошо? Спасибо. Я так перепугалась, что вообще не поняла, как все произошло. Хорошо. Кать, ты ко мне? Что случилось? Я ушла от Вадима. Забрала Васю и уехала. Так. Где Вася? С Аркадией Петровной я попросила посидеть. Ну, что случилось? 16-я неделя, отличненько. Ну, вообще, мы делали УЗИ в консультации. Ну, и что там? Отклонение в развитии. Но там ничего серьезного, правда. Я вообще не хотела говорить, но Вадим нашел эту распечатку и навел панику. Тамара Григорьевна изначально была против второго, так что... Вытирай живот. Вставай. Ну что, МРТ? Мам, это бессмысленно. Я все равно оставлю ребенка. Ну, конечно, оставишь, конечно. Можешь, пожалуйста, подождать нас в коридоре? Мы с вами в одном и том же доме, Геннадий Петрович. Крестцово-Копчиковая тератома. Четвертый тип, который снаружи практически не виден. Делаем МРТ. Ну, что там?
кажется, что... Что? Простите, просто такое не часто увидишь, правда. Обе пересаженные яйцеклетки разделились. Так, и что это значит? Это значит, что у вас так называемая дихориальная тетрамнистическая четверня. Господи, Виталик! Ну, только в такой ситуации я обязана предложить вам редукцию двух эмбрионов, потому что при подобной беременности риск преждевременных родов очень велик. Не-не-не, подождите. Подождите, как мы узнаем, где наши дети, а где донорские? Нет, мы будем рожать всех. Уверена? Абсолютно. Виталик? Ну, конечно, будем. Ну что? Ну что? Катюш, я думаю, что стоит на пару дней задержаться на полное обследование. Врач подтвердил скрытую тератому. Понятно, ты мне тоже не веришь, так же, как и Вадим. Катя, но дело же не в доверии. Мам, пойми, что я чувствую, что с моим ребенком все хорошо. Да никто не ставит под сомнение твои способности диагноста. И никто не заставляет тебя принимать какие-то кардинальные решения. Просто мы сделаем полное обследование, чтобы увидеть цельную картинку. Я сейчас не только как врач говорю, я говорю как мать. И там не просто ребенок, а мой внук. Или внучка. Тем более. Пойдем. Ты понимаешь, что вы тут для нас с Ириной мы просто чудо совершили? Ну, хвалить-то пока еще рано. Мы только в начале пути. Не прибедняйся. Я знаю, ты справишься. Слушай, ну и за мной не заржавеет. Если что, обращайся по любым вопросам. Ты меня услышал? По любым. Спасибо. Слушай, ну интересный мужчина. Без кольца. Соцсети я проверила, его там нет. Так, знаешь, может, просто кольцо не носит. Ну да, я смотрю, у тебя голова только в одну сторону работает, да? Да. Доброе утро. Доброе. Пойду отнесу результаты. Вы мне пришли сказать в очередной раз, что у меня паранойя? Кира Вадимовна, я... Я пришел сказать, что камера у вас в доме все-таки есть. Да, я вчера не сказал вам, иначе вы бы, естественно, отреагировали, и это мог бы заметить сталкер. То есть он наблюдал за мной? Камера где? Успокойтесь. Главное, что мы теперь знаем, что сталкер действительно есть, и судя по тому, как он замаскировал камеру, человек он подготовленный. Мне что делать? Есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Вы сегодня во сколько заканчиваете? Привет. Вижу тебя, и сразу шум мотора в ушах. Привет. Можем повторить. Я думаю, у меня будет скоро много свободного времени. Хочешь, я могу поговорить с главврачом? Да, Леонид Юрьевич. Анатолий Ильич, зайдите ко мне в кабинет. Спасибо, конечно, я думаю, мне уже тут ничем не поможешь. Анатолий Ильич, я что-то непонятно объяснил? Я жду от вас заявления по собственному желанию. Я ничего такого, в чем меня обвиняют, со мной не совершал.
Если ты не напишешь заявление по собственному, ты у меня по статье пойдешь. Понял? Леонид Юрьевич. Да! Есть минутка? Панов, вы свободны. Да, проходите. Здрасте. Ну, как продвигается расследование? Кое-куда продвигается. Вот такой аппарат для плазмофореза таинственно исчез из сгоревшей процедурной. Да, я в курсе. И, между прочим, больших денег стоит. Если его выкинули оттуда рабочие... А еще можно предположить, что его там не было изначально. И он был продан в частном порядке. Да вы что? И вы можете это доказать? Ну, может, и докажу. Кстати, а кто расписывался в приемке? Скворцова, конечно же. Это же ее деление. Спасибо. На здоровье. Ну что, все хорошо? Все в порядке. Татьяна Георгиевна, а вы не знаете, как мне с моим парнем связаться? Он тоже в этой больнице лежит, Кирилл Ковалев. Я ему звоню, а он не отвечает. Давай так. Я все выясню и тебе сообщу. Возвращайся в палату. Ко всему прочему, обнаружили обширную гематому в мошонке. Доплеметрия показала перекрут яичка. Здравствуйте. Парень принимал обезболивающее. Думал, само все пройдет. Я стеснялся по этому поводу обратиться к врачу, понимаю. В любом случае, к нам он был оставлен слишком поздно. Пришлось сделать одностороннее... Аргентомию? Да. Ужас, бедный парень. Привет. Здрасте. Как там Наташа? Все в порядке. И Наташа, и малышка. О тебе беспокоиться. Ты-то как сам себя чувствуешь? Уродом. Даже так? Простите, вы можете нас оставить на секундочку? Я вообще не знаю, как я теперь. Когда Наташа узнает, что я... Зачем мне такой? Какой? Кастрат. Так, стоп. Односторонняя археэктомия – это не кастрация. Кирилл, Кирилл, ну удалили тебе одно яичко. На твоей половой жизни это никак не отразится. Ты сможешь зачать еще ребенка. И сможешь быть отличным отцом вашему с Наташей малышу. И советую тебе позвонить домой. Пускай родители пересмотрят свое отношение к твоему выбору. Наташа, я передам, что с тобой все в порядке. Ты скоро их навестишь. Не вешай нос. Сейчас медсестру позову. Татьяна Георгиевна, я вас ищу. Зачем? Мне кажется, что я могла, я уже рассказала. Возникают новые обстоятельства, новые вопросы. Скажите, здесь ваша подпись? Моя. Отлично. Смотрите, судя по накладной, 2 месяца назад вам в отделение доставили аппарат для плазмофереза, как там, PSC-2. Вы можете это подтвердить? Боюсь, что нет. Я не помню. Скорее всего, я подписала документы, но не присутствовала при получении. То есть своими глазами вы этот аппарат для плазмофереза не видели? И часто вы принимаете дорогое оборудование, не глядя? Знаете, такое бывает. У меня много обязанностей. И такого рода документы я подписываю, но не присутствую, не контролирую этот процесс лично. Ну, это очень опрометчиво с вашей стороны. Вы меня простите, ради бога, я случайно услышал ваш разговор. Я видел, как заносили аппарат. Видели? Хорошо, и куда же? Процедурно. Ну, старый еще, до пожара. Я как раз выходил из ординаторской и видел, как заносили. Столкнулся в дверях. И вы уверены, что это был именно аппарат для плазмы? Да, абсолютно, абсолютно. Серый с оранжевым ящик, да. Если необходимо, я могу письменно подтвердить. Если я вам больше не нужен, то я пойду, меня ждут больные. Я тоже могу бежать? Да, конечно. Спасибо.
Так я же не против расследования пожара. Я, можно сказать, обеими руками за, но этот следователь, он просто откровенно мешает работать. Хорошо, Леонид Юрьевич. Посмотрю, что можно сделать, как охладить его пыл. Да, Виталий Иванович, я буду вам очень признателен. Хорошо. Всего доброго. Да, спасибо. И супруге тоже привет. Передам обязательно. Да. Леонид Юрьевич, можно? Так, Панов, я вам уже все сказал. У нас просто в отделении один любознательный исследователь пытается выяснить, был ли в сгоревшей процедурной аппарат плазмофореза. Но я ему этот момент подтвердил, но я чувствую, что останусь единственным свидетелем наличия этого оборудования, хоть и ложным, но... Я не понял, вы что, пьяны, что ли? Может, мне охрану вызвать? Леонид Юрьевич, вы же не дурак. Я слышал ваш разговор с Филином и знаю точно, уж не Скворцов виноват в пропаже оборудования. И что дальше? Ничего. Остаюсь работать. Просто в любой момент могу подтвердить, что во время пожара оборудование находилось в процедурной. А это зачем? Будете блестеть, Ирина Анатольевна меня уволит. Обязательно уволю. Как вы себя чувствуете, Сергей? Волнуетесь? Ну, есть немного. Не волнуйтесь, с вашим кредитом доверия вы можете говорить все, что угодно. Вам все равно поверят. Скажите, а какая тема передачи? Повернитесь, сидите ровно. Близорукость как противопоказание к естественным родам. Подождите, но сама по себе близорукость не может быть противопоказанием. При сильной миопии... Секунду. Бывают проблемы с сетчаткой, но это не одно и то же. Отлично. Вот об этом и расскажете. Я... Хорошо. Договорились? Ир, ну лоб блестит, ну сделай с этим что-нибудь. А это зачем? Салфетки. Убирают блеск. Зуев дал шанс пациентке с пурпурой выносить ребенка. И с тех пор не переступил порога больницы. Ладно, мясо на ночь вредно, хоть салатика поешьте. Тут одни витаминчики. Спасибо, не хочу. Ванну наполнилась? Да, почти набралась. По очереди будем или сразу обоих? Я думаю, обоих, так веселее. Сегодня Сергей Александрович приходил, гулял с мальчиками. Хорошо. Насколько больно должно быть человеку, сильному, решительному, умному, чтобы он начал прятаться. И от меня тоже. Словно я часть его несчастья. Рад представить вам нашего нового эксперта. Хотя особо представлять его уже и не нужно. Пожар в Озерской больнице стал одним из самых обсуждаемых событий Рунета. А Сергей Зуев за считанные дни обрел популярность, сравнимую с актерами или спортсменами. Прошу. Спасибо за теплые слова. Но я здесь все-таки как медик, а не герой Рунета. И хотелось бы... Разумеется, мы сейчас перейдем к основной теме нашей программы. Но пока, Сергей Александрович, мы хотели бы вернуться к этим жутким мгновениям. Опишите, что вы чувствовали в момент, когда надо было делать выбор? Врачи всегда делают выбор. Это особенность профессии. Но ведь, кидаясь в горящее здание, спасать Юлию Котову, вы понимали, что, возможно, поставите крест на своей врачебной карьере? Я об этом не думал. Но вот если бы сейчас вдруг здесь начался пожар, вы бы тоже не размышляли, выводить отсюда людей или нет? А, задали вы мне дилемму, Сергей Александрович. Что ж, обещаю подумать о ней.
Ну а пока тема нашей сегодняшней программы – близорукость как противопоказание к естественным родам. А ты знаешь, что это можно шапку сделать из этого? Смотри, шапка. Ты умеешь шапки делать? Давай, поливай мне цветочек. Поливай цветочек сюда. Где твоя водичка? Сергей Александрович, ну все, закончили. Спасибо большое. Все, спасибо. Поздравляю, смотрелись вы прекрасно. Простите, на самом деле герой из меня никакой. Сережа, вы часто телевизор смотрите? Не часто, времени нет. Неудивительно. Понимаете, нашему зрителю простой врач не интересен. Интересен герой, но и мужчина привлекательный. Еще раз поздравляю. Да. Акула или дельфин? Дельфин. А, вот дельфин, наверное, да? Ай-я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 й-
позвоните уже Сергею Александровичу. Денис. Сколько времени можно друг друга изводить? Все в порядке. Мы обо всем договорились. Все хорошо. Ой, ну а что? Что нет, пальм? Давай, гуси вода, гуси вода. С Васи вся худоба. Может, одной бутылки мало? Ну, я могу сходить в магазин, пока не закрылись. Не, одной бутылки вполне достаточно. Мне кажется, это все очень неестественно, и он не поверит. Не думай об этом. Ой. А нам нужна музыка. Не волнуйся. Смотри в сторону камеры, смотри на меня. Смотря на тебя. А может, свет отключу? Да. Это заблуждение, что в моменты, когда решается судьба, ты делаешь выбор. Нет. Обычно думать тут некогда. Просто идешь по инерции, решаешь по мере сил. Но окажись я на месте Зуева, неизвестно, выдержала ли. Неужели я рада, что это случилось не со мной? Платок снимаем. Чтоб вот здесь были волна, угу. Волна. Угу. А вот здесь такие, ну, чтобы они покрупнее локоны были. И угу. Брови выщипать. Угу. Вот. В общем, кудрявенько делаем. Угу. Кудрявенько и красивенько, да? Да. Хорошего дня. Ничего нет, никаких сообщений. Может быть, он пока просто еще не видел? Ну, проявится. И сразу дай мне знать. Мониторь свой аккаунт и не забывай. Хорошо. Где? Здесь. Не выдаете поблизости, Степан. Все мужики теперь штабелями. Давай, там родственники копыт там уже били. Клади. Ну что, сладкая, поедешь домой?
Болтунница какая. Ах, какая девочка. Что на десерт закажем? Наташка, что твоя любит? Пап, ну зачем все эти рестораны и бурные празднования? Ну, я... Затем, что первенец твой родился. И надо представить всем родственникам твою жену, будущую. Ты не заведующая, ну, Наташа? Татьяна Григорьевна! Георгиевна. Ничего, я привыкла. Спасибо вам за все. А когда Наташеньку выпишут? Сегодня выпишем. Благодарю. Это что? Я уверена, что это писал не мой пациент, а его жена. Угу. Из какого он отделения? Он не из больницы. Я взяла его в частном порядке. Что? Маш, ты что творишь, а? Ты понимаешь, что на твое место было очень много других претендентов? А вот спасибо тебе большое, пап. Просто работа мечты. Только я тебе напоминаю, что я долго здесь задерживаться не собираюсь. Так, я не понял, тебя что? Нормальной зарплаты и стабильной работы уже мало, да? А может быть, это у нас наследственное? Что? Маш, ты хотя бы об имидже больницы подумай. А между прочим, не все так плохо. Посмотри, она пишет. Очень хороший роддом, рожала здесь. Отрицательные отзывы люди охотнее читают. Психолог у нас такая, психолог у нас растакая. А потом на тебе, оп, и лучший роддом Озерска. Что? Чует кошка, чье мясо съела, да? Можно, пожалуйста, без метафор? Что случилось? Звонила Мария Леонидовна. Твоя психологиня? На сайте больницы кто-то оставил разгромный отзыв. Прекрасно. Пользуясь служебным положением, манипулирует клиентами, вынуждает их брать платные сессии, однако уровень профессионализма на ноле. Я смотрю, у нас новый писатель в семье объявился. Ну, если первый бездействует, почему бы нет? Ты правда считаешь, что после всего этого у меня прям вдохновение зашкалит? Слушай, если ты не сдашь книгу, я сделаю так, что ее вообще уволят. Если ее уволят, мы разведемся. Зацепила тебя, да? Все-таки зацепила она тебя. Я поехал извиняться за тебя. Дышим. Только спокойствие. Дышим ровно. Можешь не возвращаться! Гад какой! Геннадий Петрович, а я думала, вы уже на планерке. Увы, нет. Температура ночью подскочила. Грипп похоже. Пока тема нашей программы близорукость. Ну, выздоравливайте. Может, что-то нужно, Геннадий Петрович? Передайте, пожалуйста, Татьяне Георгиевне, что сегодня без меня. Представим вам нашего нового эксперта, хотя особо представлять его уже и не нужно. Пожар в Озерской больнице стал одним из самых обсуждаемых событий Рунета, а Сергей Зуев за считанные дни обрел популярность наряду с актерами или спортсменами. Прошу. Спасибо, конечно, за теплые слова, но я все-таки здесь как медик, а не как герой Рунета. И хотелось бы... Да, разумеется, мы сейчас перейдем к основной теме нашей программы. Привет всем. Видели? Зуева уже по телевизору показывают. Каждая развлекается как может. Просто удивительно, что Зуев при всей своей принципиальности готов нести чушь, которую обычно несут в таких программах, как... Доброе утро уже. Татьяна Георгиевна, вы видели уже? Да, по-моему, Сергей Александрович отлично смотрится в кадре. И вообще, я рада, что человек наконец смог найти себя. Да, я согласна. Хорошо смотрится в кадре. Кто-нибудь видел Геннадия Петровича?
Вы не знаете, где Лесницкий? А, Геннадий Петрович, у него грипп. Позвонил мне, сказал, что не может сегодня. А как не вовремя. Тогда, Анатолий Ильич, мне понадобится ваша помощь. А чем, Татьяна Георгиевна, в кои веки вас интересует мое мнение? Речь идет о Кате, о моей дочери. Мне кажется, лучше будет, если не я буду вести ее. Вы согласны? Абсолютно. Тогда вот МРТ. Сейчас распечатаю анализы. Паша, а чего Лесницкий тебе-то позвонил? Ну, позвонил и позвонил. Добрый день. А Мария Леонидовна сегодня принимает? Да. 315-й кабинет. Ну, все верно. Я там был, стучался, что-то нет никого. Ну, значит, где-то в больнице. Подождите здесь. Хорошо, спасибо. Мам, подожди, я узнаю, какая палата. Вадик? О, привет. Здрасте. Здрасте. Мам, это... Да мы знакомы. Здравствуйте, Тамара Георгиевна. Григорьевна. А, ну да. Простите. Помню. На свадьбе виделись. А вы как здесь? Ну, так вы, наверное, тоже Катя? Катя? А что, Катя здесь? А что с Катей? Если бы было что-то серьезное, я бы сообщила. Детка, ну куда же серьезнее? Ребеночек-то больной. Мам, хватит. Катя, я тоже видел результаты УЗИ. И прости, конечно, но есть патология. Катюша, у тебя сейчас сколько? 16 недель. Ты еще можешь принять правильное решение. Ради Васеньки. Мам. Ну хорошо. Вы меня не слушаете. Давайте у дедушки спросим. Вот вам. Вам лично. Нужен больной внук? Он не больной, я уже миллион раз это говорю. Тихо, спокойно, спокойно. Я просто не в курсе, что происходит. И не понимаю, в чем суть. Инвалида родит. Вот в чем суть. Мама. Так все, уходите. Оба. Вас никто не будет заставлять с ним сидеть. Дурочка, я о тебе забочусь. Кать, Кать. Уходи. Всех победила. Ну все, тихо, тихо, тихо. Ну а теперь мне это расскажи все спокойно и подробно. Извини, я не хотела устраивать этот спектакль, но для меня это предательство, пап. Со стороны Вадима? Да ну перестань, не. Да в смысле нет, папа, он готов лишиться нашего ребенка только потому, что мамочка его так сказала. Послушай, малыш, когда Васенька вырастет, он тоже будет во всем слушать свою маменьку. Нет, пап, я не буду манипулировать своими детьми. Никогда. Конечно. Катюш, это Анатолий Ильич, твой лечащий врач. Он будет с тобой работать. Я предлагаю провести генетическое обследование плода и пункцию амниотической полости. Не надо никакой пункции. Я в этом случае Анатолия Ильича полностью поддерживаю. Я не понимаю, почему мне все не верить. Слушай, зачем? Зачем? В данном случае это не больно и абсолютно безопасно. Господи, так. Что? Я не понимаю, что происходит. Объясни мне, что? Тератома — это как второе сердце. Оно забирает кровообращение, вызывая сердечную недостаточность. Я ничего не понимаю. Это для ребенка плохо, что ли? Да для плода это очень плохо. У Катьки вообще может развиться зеркальный синдром. И чем быстрее мы это поймем, тем больше шансов. Тихо, тихо, тихо. Ну, все. Я все понял. Ну? Постой здесь, я что-нибудь придумаю. Понял.
может тебе послушаться. Все хорошо, все. Тихо. Ладно, хорошо. Я сделаю все, что нужно. Но только потому, что иначе вы мне не поверите. Вот без снимков, без анализов вы мне не поверите, что с ребенком все хорошо. Катюш, ты молодец. Молодец, конечно, молодец. Ты же сомневался-то. Ты молодец, зеленый огурец. Мам. Ты молодец. И ты молодец. Да. Ну. Ваш сюрприз. Отправляем на исследование. Подождите. Мария Леонидовна, можно? Добрый день. Добрый. Я прошу прощения. Вижу, у вас неприятности. Да, есть немного. Понятно. Это моя жена. Я так и поняла. Она все уберет, я обещаю, поговорю с ней. Пожалуйста, поторопите ее. Конечно. Вы ее простите, она у меня, знаете, такая эмоциональная. Вы ей, наверное, тоже нервы потрепали. Возразить нечем. Вы знаете, Игорь, очень жаль, но мы не сможем продолжить дальше работу. Я вам найду хорошего специалиста. Ну, конечно, понятно. Спасибо. Извините еще раз, простите. Простите. Игорь. Да. Желаю вам найти себя. Вы этого достойны. Благодарю вас. Есть минута? Для новых обвинений всегда, пожалуйста, Кира Вадимовна. Я была не права. Ты не имеешь никакого отношения к слежке за мной. И если нужно, поговори с Леонидом Юрьевичем. Кира Вадимовна, что происходит? Не можешь ни с кем ужиться, поэтому кидаешься на всех? Что? Ну, я не знаю, что у тебя с Зуевым было, но тот факт, что ты нафиг ему не нужна, не дает тебе покоя. О, я вскрыл твою проблему. Может, мне в психологи податься, а? Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. Сталкер не реагирует. Андрей, что мне делать? Это ресурс, где нередко продают медицинское оборудование. В основном списанное БУ. Так вот, весь день копался, но нашел. Смотрите, объявление дали 2 месяца назад и практически сразу же сняли. Обычно это означает, что покупка состоялась. Теперь смотрим контакт. Андрей, тут такое дело. Позвонили важные люди.
попросили оставить главврача в покое. Да, ну, вот же доказательство, что Бакурин как минимум совершил мошенничество, продав дорогой аппарат мимо клиники. Еще неизвестно, может, и зав. Отделением Скворцова тоже в доле. Андрей! У тебя два варианта. Слушаешь добрый совет или идешь в отпуск. Таня? Господи. Прости, не хотел тебя напугать. А я тебя ждал, хотел узнать, как там, как чем дела. Результат анализа будет готов только через несколько дней. Ты торопишься, да? Ну, ладно, я тогда. Подожди. Ты же не просто так приходил. Слушай, Таня, у тебя бывало такое? Вот идешь так по дороге, потом вдруг останавливаешься, оборачиваешься назад и понимаешь, что возвращаться вроде бы как некуда. Впереди сплошная темнота. Как считаешь, нужно просто вот так продолжать идти туда, в темноту? Чего с тобой? Да ничего, просто после этих сеансов психотерапии. Знаешь, я понял, что я просто не писатель. Вообще не писатель. Просто кто угодно. Литератор, ну, редактор, преподаватель, в крайнем случае. Но не писатель вообще. А фишка в том, что книгу-то сдавать надо. Вот. Так ты возьми и допиши. Думаешь, так легко? Конечно, легко. Я вам пишу. Не книгу, конечно, но все-таки. Ты вернулась к своим дневникам? Мне это очень помогает. Да? Я даже иногда спать забываю. Здорово. Да. Много уже написала? Так. Остынь. Ну ты чего? Мне кажется, или у тебя глаз загорелся? Игорёш, я не хочу быть твоим литературным донором. Да не надо, Тань. Ну просто почитать ты дашь? Ну что с тобой такое-то, ну? Вы что, серьезно собираетесь обсуждать вред УЗИ? Вообще-то это утвержденная тема следующей программы. Бред какой-то. Мы проверяли информацию, исследования на мышах показали, что... Да я вижу, вижу. На мышах. Только мощность диагностического прибора в 100 раз ниже, чем в том эксперименте. И сравнивать одно с другим, это, ну, как минимум, некорректно. Сергей Александрович, ну не принимайте на свой счет, я в хорошем смысле, но наша аудитория... Скажите, а чего вы добиваетесь? Чтоб беременные боялись сделать УЗИ? Сергей Александрович... При всем уважении. Но вы не понимаете психологию нашего зрителя. Возможно. Только я очень хорошо понимаю, что мне здесь не место. Всего хорошего. Что сидим? Идем и переделываем. Алло? Привет, котенок. Привет, Зая. Как там мой эксперт? Эксперт твой? Он тебе понравился? Психом оказался. В каком смысле? В каком смысле? Да в самом прямом смысле. Ну, не знаю. С виду человек приличный. У меня от него разболелось все опять. Ты, главное, не нервничай. Может быть, все-таки к врачу? Схожу к врачу обязательно. Что такое? Тебе опять больно? Когда только. Слушай, завтра выходной. Давай съездим на природу. Я знаю отличное место. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. У вас одно новое сообщение.
Сталкер не реагирует. А3, что мне делать? Черт. Выходи, трус! Выходи, сволочь! Выходи, трус! Выходи, сволочь!